Основная работа была, это модернизация подстанции 110-35 киловольт. Туда было выделено около 420 миллионов тенге. Это, ну, основная подстанция, это 307 миллионов, это подстанция Саздинская, которая является головной подстанцией города Актобе. От нее запитано в пределах 80% потребителей города. Значит, сегодня там мы полностью построили новое здание ЗРУ, полностью установили новое оборудование, установлена процессорная, микропроцессорная защита от перенапрессия и автоматического переключения с одного шинопровода на второй шинопровод. Установлены новые трансформаторы по компенсации. По каналу. Алкали мы закончили, там 170 километров линия была, 110, ну и последние 52 километра вот у нас прошло. Да не знаете, вот у нас есть проблемы, и я вам перевожу. Как они пользуются?